Всем привет! Добро пожаловать на канал Кувалда.ру, меня зовут Алексей. И если вы следите за роликами на нашем канале, а я надеюсь, вы это делаете, то скорее всего вы помните, что некоторое время назад мы начали сравнивать сетевой и аккумуляторный инструмент и выяснять, насколько аккумуляторный инструмент эффективен, а не эффектен. Все это в идеале на одной батарейке, но так ли это? Да и будет ли так когда-нибудь вообще? Да, мы сравнивали перфораторы, лобзики, сейчас вот добрались до болгарок. В прошлом ролике мы сравнивали УШМ-ки Bosch. Теперь к нам в руки попали болгарки DeWalt. Мы взяли две сетевых машины мощностью 1,5 и 1,7 кВт и две аккумуляторных с питанием от 18 и 54 вольт. DVE-4257. 1,5 кВт мы решили оставить за основу, так как производители заявляют, что их аккумуляторная болгарка вполне сопоставима с 1,5-киловаттной сетевой. Ну ладно, это Bosch так говорил. Мы решили так и оставить. Поэтому в соперники ей взяли DCG-405. Но опять же, глядя на результаты прошлого теста, мы помним, что аккумуляторная болгарка не переплюнула сетевую ни по скорости реза, ни по производительности. Ну и поэтому мы решили добавить самую мощную болгарку со 125-м диском DCG-418. Ну и посмотреть заодно, насколько будет серьезным разрыв между питанием в 54 вольта и 18 вольт. Ну а раз уж 418-я модель самая бодрая у DeWalt на 125-й диск, то в противнике ей мы возьмем сетевую болгарку мощностью 1,7 кВт. То есть по итогу видео мы с вами получим реальную картину сопоставимой мощности сетевых УШМ и их аккумуляторных аналогов. К тому же разного вольтажа и на разной емкости батарей. Для начала кратко познакомимся с каждым из наших участников. Моделька DVE-4257 давно известна всем и каждому. Мощность 1,5 кВт, имеет активную систему удаления пыли, электронную регулировку оборотов, защиту от повторного включения при отключении питания, систему Kickback Brake, которая отключает машину при закусывании диска, самоотключающиеся щетки, быстросъемный кожух. Также опорная шайба на этой машинке подпружинена на шпинделе резинкой, поэтому при смене диска опорную шайбу вы не потеряете. Следующая модель DVE-4347. В отличие от предыдущей сетевой модели, здесь уже стоит бесщеточный двигатель мощностью 1,7 кВт, отсутствует система удаления пыли и регулировка оборотов. Вместо этого сюда добавили индикацию включения в сеть. Та же самая функция защиты от повторного включения, тот же самый быстросъемный кожух, но здесь уже модель дополнена антиблокировочной гайкой, это очень удобно. Переходим к аккумуляторным моделям. Сегодня у нас это DCG-418 и DCG-405. Что хочется сказать про 418-ю машину? Мощная 54-вольтовая болгарка, она вам всем уже наверняка известна. Официально в России она появилась в конце прошлого года. Что хочется отметить? Очень удобная, узкая, эргономичная рукоятка. Под левую или под правую руку флажковый выключатель с фиксатором. Тот же самый быстросъемный кожух, антиблокировочная гайка. Все системы защиты, такие как Kickback Brake, защита от перегруза, защита от перегрева аккумулятора, все они в ней есть. Моторный отсек достаточно большой и тяжелый, поэтому, в принципе, машинку, можно сказать, режет или шлифует сама. DCG-405. Кстати, ей на смену скоро выйдет 409-я модель с технологией FlexVolt Advantage. Что это такое? Это технология, которая позволяет вкупе с 9-амперной батареей FlexVolt получить прирост мощности до 60%. В нашем ассортименте есть также машинка DCG-405FM. Она оснащена более длинным и плоским редуктором для того, чтобы подлезть в максимально труднодоступное место и шлифануть там что-то шероховатое или отрезать там что-то торчащее. С сетевыми моделями в принципе все понятно. Включил в розетку, поставил диск и работай. Для 18-вольтовой модели мы взяли 2-амперный аккумулятор. Понятно, что мало, но попробовать все-таки нужно. Самый распространенный 5-амперный аккумулятор. Ну и поскольку мы знаем, что батареи FlexVolt могут работать с 18-вольтовым инструментом, поэтому на шестерке и на девятке 405-ю модель мы прогоним тоже. Посмотрим, какие результаты она покажет. 418-ю модель, которая в принципе сравнима по мощности с 1,5-киловаттной сетевой машинкой, мы прогоним на шестерке и на девятке. Посмотрим, получится ли у желтой фирмы то, чего не получилось у синей. We'll be right back.
Одно деление и не включается больше. Ушла в защиту. Отгремели первые два теста на 14-м квадрате и на уголке на скорость среза. Как и было, в общем-то, понятно, 405-я на двойке не справилась и ушла в защиту по перегреву. 418-я, наше почтение. Перейдем к тестам на продольный рез. Возьмем квадратную трубу с толщиной стенки 3 мм, длиной метр, ну и прогоним. Начнем с 405 на 2-амперном аккумуляторе. Посмотрим, может быть, она как-то реабилитируется. Вряд ли, конечно, но проверить надо. Ну и пока не начали финальный тест, подведем итоги розыгрышей. Напомню, их было два. У нас были подарки от Makita и были защитные очки. Итоги розыгрышей вы найдете по ссылке в описании и в отдельном плейлисте. И внимание! Победители розыгрыша перчаток Stanley DeWalt прошло 2 недели, отписался только один. Ждем до конца этой недели. Если не отписываетесь, переразыграем эти перчатки и отдадим тому, кому нужнее. Видео с итогами всех розыгрышей лежит в плейлисте «Победители». Ссылку на этот плейлист оставим в описании к этому видео.
разогрелась аж до 80. До 90. Мотор. Мотор 34 максимум. Здесь включатель. 29-33. Редуктор. До 39, где-то 38. Прорезала примерно 50 сантиметров. Тридцать восемь и шесть. До 45 максимум. Мотор. 29-30. Да, 32, не больше. Редуктор. 27-28. Тридцать два мотор. 31, вот до 37 редуктор. Батарея. Батарея не нагрелась вообще практически. 24 градуса. Батарея не нагрелась. Сама машинка. Мотор где-то до 40 максимум. 36. Редуктор. 38, 36, 39. Ни о чем. Прорезали метр, батарея практически не нагрелась, 27, в самой горячей точке вон до 32-34. Здесь, ну, в принципе, то же самое, 28-30. Редуктор не нагрелся от слова совсем. 36 мотор. Мотор 28-29, не больше. Так, 26-25 на банках, 26 на моторе, 28 редуктор, 39-38.
По итогам тестов мы видим, что 405-я модель не догоняет 1,5-киловаттную сетевую, если только не использовать 9-амперную батарею FlexVolt. Ждем Advantage. И опираясь на те же результаты тестов, мы видим, что на 9-амперной батарее 418-я модель рвет вообще всех. Поэтому, отвечая на вопрос, заменит ли когда-нибудь аккумуляторный инструмент сетевой, ну да, заменит. Причем произойдет это, скорее всего, достаточно быстро. Ставьте лайк, если вам нравится то, что мы делаем. Подписывайтесь на наш канал, если до сих пор не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вроде все. Всем пока.